предыдущей серии. Представляю вам доводов! Идеальная возможность. Приступайте. Эта штука тоже сюрприз? Нет, не думаю. Слишком много народу. Заманим его в другое место. Доводы! Икс, Игрек! Эволюция! Давай, 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 встряхнемся! Невидимость! Ха! О! Энергетический удар! Сегодня самая модная прическа! За час назад! Тоботы стали сильнее, чем прежде. Я должна заманить сюда их пилотов. Да, скольжение! А кто такая эта Акни? Добро пожаловать. А, здрасте, мисс. Я пришел получить деньги за заказ. Столько устроит? Вы их отдадите? Да, отдам. Но ты должен кое-что сделать. Могли бы поторопиться, вот что я думаю. Эй, ты нас бросил! Мы легко справились. Я бы так не сказал, мне просто повезло. Ой! А? Он прикрывается Зедом. Что нам делать? Ух ты! Кто ты? Я красный гонщик. И, как и вы, защищаю город. Я с ним разделаюсь. Не сомневайтесь, до скорого. Эй, ребята, у этого красного гонщика голос, как у Неона, нашего нового соседа. Правда? Я не обратил внимания. Он классный. Мне нравится его движение. Кто-то заклеил мое объявление. А? Это же не он. Он появился из ниоткуда на классном мотоцикле. Я не шучу. Да ладно. Думаешь, я поверю? А? Приветик. Привет, не он. Дайте угадаю. Задание на лето. Привет, мальчики. Привет. Ты за это заплатишь. До скорого. Вы видели это движение? Я же сказал, он красный гонщик. Тобот. И снова в городе случилась неприятность, но мы готовы. Нас не пугает неизвестная опасность и враг суровый. У нас есть сила и есть ключи, и наших роботов лишь нужно включить. Тоботы вперед! Тоботы вперед! Есть сила и есть ключи, и наших роботов лишь нужно включить. Тобот. Движки и обманки. Ну же, давай, газуй. Нужно собирать призы. Да, скоро новый уровень. О, вы все еще играете? Папа, ничего не видно. Не круто, пап. Я почти набрал новый уровень. Ты все испортил. Не забывайте, игру нужно заслужить. У вас задание на лето. Но, папа, до конца каникул полно времени. Отнюдь. Вы удивитесь, как быстро летит время. Работа прежде всего. Вы будете подготовлены к неожиданностям, если начнете пораньше. Верно. Приступайте. Они ушли. Теперь я хочу попробовать. А разве у вас нет срока сдачи новой программы? Не переживай, Франклин. У меня полно времени. Итак, посмотрим, смогу ли я заставить этих малышей поехать. Я почти набрал новый уровень. Ладно, давайте посадим их. Они все равно не вырастут за один день, так? Эй, смотрите, все говорят о красном гонщике. Он такой классный. Думаешь, это не он? Да, я почти уверен. Голос очень похож.
И к тому же мало кто мог бы разобраться сразу с тремя байкер-ботами. Ух ты! Было бы здорово, если бы он оказался красным гонщиком. Да, не терпится выяснить! Пойдемте к нему! Минутку, пораскинь мозгами! Он промолчал, когда ты упомянул про гонщика. С чего ты взял, что он сейчас признается? Ну, спросить-то не помешает? Мне очень жаль, но это не я. Я тогда сидел дома, но спасибо за арбуз. Да ерунда! Видишь, я же сказал. Мне все равно, я уверен, что он красный гонщик. Но почему он отпирается? Он отрицает, и с этим ничего не поделаешь. Где-то в доме должен быть мотоцикл. Стойте! Посмотрите на перчатку с молнией. У Неона вроде такая же. Да, и ботинки тоже. Ты уверен? Эй, знаю, предъявим доказательства, и он не отвертится. Ребята, Неон вышел. Приготовьтесь. Ладно, понял. Игрик, невидимость. Невидимость. Сделай хорошие снимки. Вас понял. А? Неон, это ты? Здорово! Здорово, Кори. До скорого! Готово, Дилан! Неон идет к вам. Приготовьтесь. Игрик! Ой, извини. Готово. Да! Он здесь. Вот что я видел. Есть! Зет, лазерная сеть. Лазерная сеть. Ушел. Миссия выполнена. Осмотрим отпечаток. Молния, перчатки, отпечаток. Все совпадает. Он красный гонщик. Ему придется признаться, когда он увидит снимки. И наверняка он где-то от всех прячет мотоцикл. Ладно, поговорим с ним. Интересно, когда они снова придут? Это они? Здравствуй, Неон. Можно войти? Милый домик. Интерьерчик мне не по вкусу, но каждому свое, полагаю. Уходи! Я жду гостей! Да что ты! То есть я помешал? Что ж, не забудь, кто познакомил тебя с Акни! Пилоты вот-вот придут! Думай, куда его спрятать? Привет, как делишки? Признайся, мы знаем, это ты! Опять сбежали. Где же они? Прошу прощения. Это не я. Отрицать бессмысленно. Посмотри, жест тот же самый. Что? Да я за тобой повторил. Ты первым его показал. А? Но объясни вот это. Символ молнии на твоих перчатках и ботинках. Видишь? Смотрите. Я заказал их в интернете. Что? Не может быть. Я знал, что найду его здесь. Доказательство, что ты красный гонщик. Попался. Это твой мотоцикл. Нет. Не может быть! Что? Классная игра. Попробуешь? О, нет. Похоже, мы все не так поняли. Зря только время потратили. Разочарованы? Ну, не гонщик я и что? Можно общаться и так. Ух ты! Смотрите, какие игры! Играйте в любое время. Пить хотите? Спасибо, Неон. Мы должны были сразу поверить тебе. Ерунда. Каждый ошибается. Угощайся. Спасибо. Эй, что это? Стой, не нажимай. Запуск.
Ух ты, смотрите! Ого. Тот классный костюм и красный мотоцикл! Секрет раскрыт! Что скажешь теперь? Ну ладно, вы меня раскусили. Да, я красный гонщик. Я сразу поняла! Еще бы, ты же так разобрался с байкер-ботами! Простите, что соврал. Не обижайтесь, иногда героям приходится скрывать свою личность. Честно говоря, эти игры — часть моей маскировки. О, ясно, мы тебя прекрасно понимаем. Как мило, этот неон умеет быть убедительным. Он лучше мистера Дилука с его вечными проколами. Ну и гадость. Ну, и когда они уйдут, я проголодался. Эй, что это за звук? Это мой акне-сигнал. Что? Город атакован. Но мой мотоцикл еще не зарядился. Не переживай, доверь это нам. Что? Видишь ли, мы пилоты доботов. Ого. Они серьезно? Доверься нам. Покажите им, кто здесь главный. Готово. Мальчики уехали. Я знаю, Неон. Ты прекрасно сумел отвертеться. Не беспокойся. Мой робот уже в пути. Вставай и проваливай. Знаешь что, попробуй себя в качестве актера. Уж больно врешь складно. Спасибо, но я обойдусь. Мне не нравится быть на виду. Двойным агентом работать проще. А теперь вон отсюда! Эй, полегче! Ну уже, позволи мне поучаствовать! Извини, но не могу. Если они тебя заметят, все будет кончено. Так что шевелись! Это я познакомил тебя с Акне, неблагодарный! Ну и детишки пошли, никаких манер! Доботы! X, Y, Z! Трансформация! Z, лазерная сеть! Лазерная сеть! Вот что я слышал! Большое спасибо! Не торопись благодарить! Энергетический щит! Энергетический щит! Икс, энергетический удар! Игрек, невидимость! А! Невидимость! Энергетический удар! Я первый! Видок, что надо! А ну-ка потанцуем! Срочная новость! Новая угроза! Уже миновала, потому что топоты одержали самую быструю победу за всю историю! За еще одну эффектную победу! Благодаря тебе мы успели остановить этого странного робота. Он прав, красный гонщик супер! Идея, давайте действовать вместе! Эй, минутку. А может поменяемся? Вы возьмете мотоцикл, а я тоботов. Извини, это невозможно. Они реагируют только на наши голоса. Можно перенастроить ключи. Эй, хочешь взять Игрека? Неон, ты живешь один, в огромном доме. Ну, не таком уж огромном. Ты же знаешь, парню нужно личное пространство. Да. А где твои родители? Родители? Здравствуйте. Доктор Чар сказал, что вы здесь. Мам! О, тебе завтра рано вставать, забыла? Лицо испачкала. Стой, сейчас вытру. Я сама! До встречи, Неон. Неон? Это и есть новый мальчик? Райан, Кори, Дилан. Доктор Чар зовет вас домой. Пойдемте, нам пора домой. Что? Уже? Не ной, уже темнеет. Папа беспокоится за нас. Точно. Вам лучше лечь вовремя. До завтра. Ну ладно, до завтра, Неон. Пока. Пока. Спокойной ночи. Крепких снов, дружище.
Неон самый крутой! У него огромный дом с классными видеоиграми! Мальчики, готовы лечь спать? Эй, пап, мне нужна своя спальня! Но у нас нет свободных комнат. Разве у доктора Но нет своего дома? Не будь таким грубым. Вспомни, сколько он трудился ради тоботов. Да, но когда он уедет? Да что это с тобой? Чем плоха эта комната? Мне нужно личное пространство. Я уже не ребенок. Мама, папа. Нет уж, исключено. Я туда не вернусь. В чем дело? Итак, у нас все готово. Действуем завтра вечером. Да, я буду готов, мисс. Взгляните, мальчики, растения засохли. Что будете делать? Ты пришел, доктор Чар. Привет, Неон. Здорово, парни. Что с вашими растениями? Мальчики так были заняты, что забыли о своем задании. Минутку. Палочки есть? Да. Палочки? А зачем? Растения нужно подвязать и обеспечить светом. Ух ты, ты выращивал бобы? Вы даже не представляете. Доктор Чар, вы не одолжите гаечный ключ? Конечно, сейчас привезу. Вот, спасибо. Ого! Эй, ребята, смотрите! Вчера в 9:30 красный гонщик задержал 3 грабителей. Городской герой с момента своего появления не тратит... Молодец! Я разобрался с несколькими байкер-ботами. Чуть не схватил их, но мотоцикл сломался. Позвонил бы нам. Вот как просил. Ого, они уже выглядят лучше. Да! Большое спасибо. До свидания. Ладно, до скорого. Эй, меня подожди! Вы никуда не пойдете. Ты умеешь его чинить? Ух ты, здорово! Да. Сегодня у меня задание. Оно можно? Нет, не в этот раз. Ваш отец не согласится отпустить вас так поздно. Он не понимает. Неон, а что за задание? В общем, я собираюсь остановить мелкого помощника Акни. Дилука? Вы его знаете? У него плохой запах изо рта и смешной костюм. Грубиян, Акни, позвольте мне это сделать. Обещаю, я вас не подведу. А ну тихо, это важное задание. Вам я его ни за что не доверю. Готово. Ну что, повеселимся? Да! Эй, эй, вперед, тобот, эй, эй! Я этого не вынесу. Вперед, тобот, он никому больше не дает петь. С тобой непременно победа добьюсь. Давай, Кори. Уже поздно, пойдемте домой. Уже? Но я так ничего и не спела. Ничего, придете завтра. Ну ладно, удачи сегодня, пока. Жаль, нам нельзя с тобой. Ты совсем охрип, Кори. Спокойной ночи. До скорого. Не он? О, ты почему вернулся? Ну, телефон забыл. Эй, вот он. Ты все еще хочешь помочь мне? Правда? А можно? Ну, быстрый робот вроде Игрика не помешает. Класс, я согласен. Отлично, я тебе позвоню. Но никому ни слова, ладно? Ладно. Неон, знаешь что? Я хочу стать героем, как ты. И скоро стану. Плохой запах и смешной костюм? Да ладно. Костюм подарила мне мама, а изо рта у меня пахнет корицей. Давай, Кори, вытолкни его на ту стоянку. Понял. Скоростное турбо! Скоростное турбо! Энергетический щит! Энергетический щит! Молодец! Ему не уйти! Неон! Тобот Игрек! Минуточку! Хочешь, чтобы он уронил красного гонщика? Да, а теперь отойди. Вот так, молодец. Поехали. А-а-а.
О, нет! Что происходит? Игрик! Держись! Что мне делать? Хорошо, я заполучила тобота Игрик. А ну, всем стоять! В следующей серии... Кори! Игрик! Тобот Игрик! Трансформация! Эй, ты, пижон! Давай поговорим! На этот раз ты влип! В атаку! А? Что? Покажи ему скоростной пинок! Что? Не тяни время! Голос не опознан. Земля вызывает Кори! Нет. Ты цел? Ну же, хватайся за руку. Нет! Игрик! Неон, хватит ему помогать. Что? Ты выполнил задание. Езжай и забери награду. Я не могу. Я его не брошу. Брось его.